Проект «Маревна». При поддержке Школы искусств «Адамант» города Горно-Алтайска представляет. Сокол, Сокол, я ястреб. Доложите обстановку. Что-то забыл здесь, добрый молодец? Не подходи! Не подходи! Я правительственный агент. Знаю, знаю. А я хозяин этого дома. Ах, Марья Марьевна, вот чего я все в толк не возьму. У нас что тут, медом намазано? Вроде не так уж богато живем, а лезут они к нам и лезут эти голубчики. Я не голубчик, я ястреб. Лети, лети, ястреб. А то тебе не в радость развлечение. Еще бы не в радость. Но скажи, зачем было сбрасывать ему на голову мой ящик с инструментами? И что ты им такого сделала, что они так хотят до тебя добраться? Понятия не имею. Ты надолго? Я собираюсь на след байкеров. До завтра не вернусь. Ужин на плите, дрова в сарае, собачья еда под раковиной. Ну что, еще собаки есть? Если отключат свет, не забудь включить генератор и перезагрузить систему ПВО. Вот тебе ключи от всех дверей в доме. Можешь ходить куда угодно, но вот этот ключ не трогай. И дверь, которую он отпирает, не открывай. А почему? Нельзя, сказала! Ну пока! Ау! Ну что, детка, теперь я могу заняться тобой. Похоже, наш романтический вечер под угрозой. Дождись меня, я мигом. Ага. Так.
Ага, вот. Чего? Можешь ходить куда угодно, но вот этот ключ не трогай. Хм. Ау! Эй, здесь есть кто-нибудь? Тут у вас движок не в порядке. Да чтоб тебя. А? Кто это? Меня зовут Иван Царевич. И я могу починить все, что угодно. Внутри. Там. Корпус очень необычный. Будет непросто его вскрыть. Ну что ж. Приступим. Не такие разбиралок. Очень странно, что корпус так сложно открывается. Ну вот. Сим-Сим, откройся.
О, нет!